Добрий вечір, це тема дня, і сьогодні ми поговоримо про реабілітацію наркозалежних. Наскільки розповсюдження наркозалежність в Миколаєві? Наскільки групова реабілітація дієва у боротьбі з наркозалежністю? Дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей, спікери студії. Керівник наркологічного центру «Друге дихання» Ольга Терехова та керівник відділу профілактики наркологічного центру «Друге дихання» Анатолій Кухаренко. Друзі, я вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. І саме за цим телефоном ви можете поставити свої запитання. Громадські активісти разом з поліцейськими ліквідовували по місту рекламні написи продавців наркотиків. Як це відбувалось у матеріалі Світлани Кльосової та Юлії Кускової? Будь ласка. Волонтери збираються біля міськради. Усього 30 чоловік. В руках трафарети та фарба. Долучилася до акції 25-річна Валерія Жечева. Дівчина вживала наркотики 7 років. Півтора роки – твереза. Я вважаю, що я змушена якось вплинути на те, щоб город став чище, щоб молоді ребята, дівчата росли здорові і перестали потребляти наркотики та алкоголь. Мета акції – протидія популяризації наркотиків. Суть цієї акції – це знищення і зафарбовування адрес, які поширюють наркотичні засоби в місті Миколаїв. Ми зібрали активістів, ми зібрали волонтерів та людей, небайдужих до цієї проблеми. Учасники акції підготували трафарети та аерозольну фарбу. Наноситимуть на асфальт мотиваційні написи. Слова такі, як «поважай батьків», «любов», «мрій» для того, щоб люди замість якогось негативу і наркотиків читали ті написи, які повинні піднімати цінності. Щойно я намалював ціну життя на асфальту, щоб люди прохожі бачили це, якби цінували своє життя, не руйнували його вживанням якихось психоактивних речовин, будь-то алкоголь, будь-то наркотики. Волонтери поділилися на 6 груп, в кожній 4 людей. Замальовували рекламу наркотиків у мікрорайоні Соляні на проспекті Центральному та Миру. Пайс, амп і номер телефона. Ти посмотри, де вони пишуть. Які ж плохі люди. А вважали, що закрашені тут вкіти, закрашені. Долучилися до акції співробітники патрульної поліції. Патрульна поліція залучилася до даної акції. Це всеукраїнська акція. Відбувається для того, щоб якомога зменшити реклам наркосайтів, тому що дуже багато гуляють біля подвір'я, біля цих будинків діти. Вони звертають на це увагу і можуть цим зацікавитись. Наша задача – це превентивна функція для того, щоб зменшити даної реклами, для того, щоб менше людей на неї звертали увагу. Волонтери працювали протягом 2 годин. За цей час замалювали 94 написи з рекламою наркосайтів. Юлі, Ольго, Анатолій, організаторами акції виступили 2 наркологічних центру, так? Так. Будь ласка, ви заздалегідь домовляєтесь про таку акцію, до якої долучаються і поліцейські, і активісти громадські, і волонтери, усі разом замальовуєте ці рекламні написи продавців наркотиків? Да, мы заранее договорились. Вообще, эта акция всеукраинская. Она проводилась почти во всех областных центрах нашей страны, собрала большое количество участников, в других городах даже проводились как квесты, мы проводили это как... Ось ми бачимо на екранах відеоматеріали, знову це належить вам, цей матеріал, як ось ви йдете, да, так? Так, це наша група, тому що ми поїхали в район Соляни, з нами поїхав патруль поліції, які дуже добре приймали з нами участь. Кстати, вони, мабуть, як багато більше, вони навіть знали, де надписи ці, говорять, ми навіть бувають самі закрашували, але от ми совмісно багато їх закрасили. Эта акция проходила, мы закрасили 34, кажется, надписи на территории одного двора, можно так сказать.
Мы обошли вокруг школы, обошли все дома и, в принципе, очень много. Акция длилась, на самом деле, полтора часа. То количество надписей, которое у вас есть, зафиксировано, да, сейчас мы будем об этом говорить, все это проходило в течение полутора часов, я хочу отметить. То есть это мы разделились на несколько групп и поехали в разные районы города. И буквально через полтора часа мы уже были на месте возле горадміністрації. Ось ми бачимо школу, побачили на екранах школу. І загалом було ліквідовано 94 написи. Так? Да. А, будь ласка, яким чином обиралися місця дислокації груп учасниць цієї акції? Ми почали взагалі з центральний район взяли. Чому? Тому що буквально недавно ми проводили ту акцію в Корабельному районі. І ми так вирішили, що займемо зараз центральний район і от соляний район. Какой-то получается. І ми вибрали ці два мікрорайони для того, щоб закрасити. В дальнейшому ми думаємо закрасимо уже Намив і Ліски. Ще більше, ну, захватимо, да. Ліквідування рекламних написів продавців наркотиків – це дієвий спосіб боротьби з наркозалежністю і взагалі саме з тими, хто пропагандує наркотики і хто їх продає? Взагалі, знаєте, як я розмишляю, я думаю, він дивий, чому? Тому що ті, хто їх пишуть і хто продає, пусть вони розуміють, що нам не безразлично це. Что мы будем все равно, у нас хватит той краски для того, чтобы закрашивать их. И что, я думаю, с каждым разом нас будет больше. И мы будем закрашивать и бороться против этого хотя бы этим способом. Я думаю, дієві. Меньше людей увидят, меньше будет покупок у них. Якщо згадати вашу попередню акцію, яка відбувалася влітку, теж була така велика акція, чи більше на сьогоднішню акцію долучилось людей? Якщо у порівнянні з тією минулою акцією ліквідування написів. Так, більше, тому що зараз ми совместно з другим наркологічним центром. Долучилась поліція, так? Так, долучилась поліція. В той раз була з нами служба апробації Корабельного району, а зараз поліція, активісти, в принципі, більше була, да, людей. Тобто результат, він... Крім цього, яку ще профілактичну роботу ви проводите, адже... Ліквідування написів, рекламних написів продавців наркотиків – це така операція, акція точечна, можна сказати. А взагалі ваш центр проводить ще профілактичну роботу, будь ласка. Проводимо ми роботу в учебних заведеннях. У нас програма, яка нашим Союзом антинаркотичних сообществ розроблена. В школах ми проводимо в Николаєві, плюс проводимо в Корабельному районі в службі пробації. От після канікул ми починаємо працювати перше, це з 4-ї гімназії і з 35-ї школи. І 6-го числа проводимо в службі пробації в Корабельному районі, проводимо профілактику. Ми розказуємо о перших признаках, о що таке взагалі залежність, що таке болезнь. Повністю розказуємо дітям, предупреждаємо їх, к чому може привести це употреблення. Починаючи з курення і закінчуючи всіми, ну, веществами. Адміністрація навчальних закладів легко погоджується і йде вам на зустріч? Чи у вас були випадки, коли вам відмовляли, ви приходите з проханням, що ви бажаєте поспілкуватися з дітьми, але вам відмовляють? Буває, що я відмовляю, ну, не розрішали. Тому що дуже часто в школах говорять, що проблем у нас нету. Угу. Ну, закрывают глаза и стараются не сталкиваться с этим. Но в основном, я скажу, все школы открыты. И мы вместе как проводили с отделом, вот Ольга ходила с департаментом по борьбе, да, с наркопреступностью. Проводили, плюс мы ходили с наркологами, проводили то же самое. У них есть программа полностью по городу по проведению профилактики в школах. Мы вместе совместно проводили с ними эти мероприятия. В принципе, открыты школы. Ну, чтобы это было как-то на городском полностью, чтобы, знаете, дали или приказ, или как-то, мы движемся в этом направлении, чтобы нас поставили проводить именно профилактику именно как от города. Ну да, именно для этого разработана в письменном виде такая программа. Ну, это вот как сейчас, это такая небольшая брошюрка. Здесь прописаны те темы, которые мы можем преподавать. Вообще, на самом деле, наша программа по... нашему мнению, профилактика должна быть направлена не только на учеников, а также и на родителей учащихся, и также на учителей. Ну,
С учителям меньше, потому что все-таки они педагоги, они там учились и больше осведомлены. Больше вопрос, конечно, к родителям. Хотелось бы, чтобы нашу программу одобрили на уровне Министерства образования, и чтобы мы могли хотя бы, может, на родительских собраниях проводить какой-то информационный блок, ну, не какой-то, а именно определяющие признаки зависимости, как правильно общаться с ребенком, потому что на самом деле на сегодняшний день проблема есть в семьях, мы все о них знаем, что каждый наш клиент зависимый, ну, как бы матерям не было больно, и мне это говорить иногда, но да, действительно, в семье есть проблема. И зависимость – это проблема семьи, то есть семейная болезнь. Все это началось еще с детства, когда с ребенком не решали проблемы, которые его беспокоили. Были неправильно установлены какие-то ценности в семье, были какие-то темы табу, на которые с ним не общались, но которые его беспокоили. Либо ребенок был предоставлен себе. Ну да, есть действительно причины. Мама одиночка, работала все его детство, он был предоставлен себе. Ну и на такие вещи нужно обращать внимание на самом деле еще с детства, когда ребенок только начинает формироваться. Тогда можно исключить уже проблему зависимости на корню. Потом не надо будет возить на репцентр или в тюрьму, или на могилу цветочки или конфетки или еще что-то. То есть проблема решается еще в школе на самом деле. И она должна там решаться. И именно родители должны участвовать непосредственно в этом. Скажіть, будь ласка, ви звертались до відповідних закладів з пропозицією, щоб оприлюднити ваші матеріали? Ну, ми це робимо на рівні Києва. У нас союз антинаркотичних сообществ, наше об'єднання центральне, знаходиться в Києві, і там руководитель нашего союза Григоренко Юрий Васильевич, он занимается этими вопросами совместно с Министерством образования, с Департаментом по борьбе с наркопреступностью, с Национальной полицией. То есть на сегодняшний день вопрос о реабілітації, його профілактики стоїть остро і об этом говориться. Да, крім бесід, які ще механізми профілактики ви використовуєте під час роботи з дітьми? Ну, пока это информационные занятия. Лише информационные. Да, просмотр видео. Сейчас мы хотим, такая был у нас разговор, это в 4-м лицее, мы хотим вместе с заучем, с учителями 9-го класса разработать, может, квест-комнаты сделать, чтобы это было как игра для детей, потому что игра, она интересна, и они будут отвечать на вопросы. Ну, будет розыгрыш для того, чтобы они получали даже какие-то призы после этого. Это выделится школьный коридор, классы некоторые, и мы будем как прятать ответы, вопросы, ну, для того, чтобы это более интереснее было. Так, и это в проекте у нас, мы хотим попробовать с одной школы, если получится, то мы дальше будем продвигать это тоже. Тобто діти будуть брати безпосередньо участь в такій грі? Да, так, квест-гра, да, така. Будь ласка, Ольга Анатолій, ви представляєте наркологічний центр «Друге дихання». На які кошти він існує? Чи є у вас державні дотації? І що більш за все непокоїть вас сьогодні щодо роботи вашого центру? Ну, существує то на средства тих клієнтів, які к нам поступають. Ну, тобто це благотворительні взноси. Государственной поддержки не то чтобы прямо ее нету, мы как бы не просили пока. Скорее так. Ну, то есть, вы не сказали, что еще вам выстачает? Ну, как-то не знаю. Пока кажется, что не стоит оно тех усилий, чтобы это все делать. Ну, я знаю, что есть, можно писать и какие-то проекты, да, на государственные финансы, но как-то не дошли пока руки. То есть я не могу сказать, что нас не поддерживает государство, не могу сказать, что нам не выделяют, там, пожаловаться на это. Мы этим не занимались, так, чтобы вот написать все правильно, там, документально сделать, отправить этот проект. Но пока как-то вот мы этим не занимались. Может быть, в дальнейшем займемся,
Пока так. Пока мы, в принципе, в состоянии обеспечить людей хорошими условиями, специалистами, хорошим питанием, вниманием полностью. Я думаю, что мы будем, когда мы будем расширяться, будем что-то более грандиозное делать, там уже будем писать, наверное, какие-то проекты. Я думаю, что будет это. Тобто в майбутніх планах у вас розширення вашого центру, так? Ну, конечно, да. А що більш за все непокоїть сьогодні вас як працівника центру? Ну, беспокоит сегодня меня момент, опять же, повторюсь, работа с родителями. Люди сегодня хотят быстро и качественно. Да, сегодня у нас люди, которые такой век технологий, все должно быть очень быстро, все должно быть, вот я заплатила, мне надо результат, вот я отдала, вот мне надо. Ну, то есть вот также уменьшился возраст матерей, ну, матерей, отцов, да, родителей. Люди такие более уже современные, хотят вот требовательные более, вот такие, как сказать, деловые все, да, вот иногда, ну, очень с претензиями, с большими, но вот с этой проблемой я столкнулась последние вот пару лет. Уменьшился возраст употребляющих ребят, психика их более нестабильная, ну, как раньше была у клиентов у наших, более стабильная. На сегодняшний день вот эти новые синтетические наркотики, конечно, пошатнули очень психику ребят, и накладывается все это на молодой возраст, то есть это подростковое употребление таких синтетических психоактивных веществ, где их психика сильно очень расшатывается, и они тоже такие требовательные, выросшие в таких условиях, где им все позволительно, им все дается. Ну вот воспитание вот такое вот пошло, я вижу это, что воспитание изменилось нынешнего поколения, и в связи с этим есть трудности с работой с этими людьми, с такими. Ну, конечно, есть там, может, и плюсы в этой работе, но вот такая особенность появилась на сегодняшний день, и в связи с этим трудность. А скажіть, будь ласка, наскільки в Миколаєві розповсюджена наркозалежність? І ви зараз зазначили такий сумний факт, що наркозалежні підлітки, тобто люди, які підлягають наркозалежності, вони молодшають. Це дуже непокоїть. І процентом, наверное, я помню ваш вопрос, процентом, наверное, 60 сейчас в основном зависимо это подростки, это училище и, ну, старшие классы, школьники. Потом идет уже лет до 35, процентов там 30, а остальные, наверное, уже просто нету, поумирали. В основном это подростки, дети, а с ними тяжело, конечно, работать. Ну, якщо у порівнянні з минулими роками це все ж таки були люди не підлітки і не діти, а вже які перейшли 20-річний вік, то сьогодні все молодше і молодше. Да. І навіть є 14-13 років. Є у вас такі дані? Ні, наймолодша у нас була дівчинка 15 років. Это был самый младший возраст. Средний возраст сейчас клиентов наших, ну, 20 лет, наверное, вот средний, если. Раньше был средний возраст 30 лет, сейчас средний возраст 20 лет. Ну, и причем там скорее в связи с тем, что они очень сильно зависят от своих родителей, то есть они как бы на их иждивении находятся, то есть они в основном, никто не хочет ни работать, ничего делать, у них все нормально в этой жизни, родители их там обеспечивают, и в связи с этим они вот такие неадаптированные к жизни. То есть в большинстве это дети заможних родин? Ну нет, не только, но просто воспитание такое, не обязательно, то есть я не говорю, что это уровень родителей, вот какие-то богатые, там обеспеченные или еще что-то, просто вот они их обеспечивают, ну как могут, понятно, но не давая им ответственности развиваться самим, именно, ну, зависимый он именно и оказывается. Основная вот такая вот проблема – безответственность. И зачастую он оказывается на репцентре, потому что мама так сказала и захотела, и как-то создала такие условия, чтобы он оказался в репцентре.
То есть она ему сказала, ну, поставила какие-то, может, условия или еще что-то. То есть и человек 20-летний, да, допустим, он, ну, понимает, он настолько как бы зависит от мамы, и у него все источники финансов там и всего остального от нее, именно из-за этого он как бы говорит, ну, хорошо, я побуду. Ну вот, хотя, ну, раньше было немножко по-другому. Ну, не немножко, а по-другому. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що ваш центр існує в основному на кошти тих, хто проходить реабілітацію вашого центру. Але ми знаємо, що є така людина, яка раніше бомжувала, була алко- та наркозалежною, і вона потрапила, ця людина потрапила до вашого центру. Як вона потрапила? І, будь ласка, як в подальшому склалась її доля? На які кошти ви її, цю людину, реабілітували? Там ситуація яка? Був дзвінок з наркології, завідувача відділення. Позвонил и сказал, есть такой человек, у него, правда, есть родители, есть родственники, но из-за своего употребления, из-за своей жизни он ушел от них и начал вести разгульный образ жизни, и к чему привел его уже к бомжеванию. Но родственники-то обратились к нам, попросили о помощи, и мы забрали этого человека прямо с наркологии, он прошел там детоксикацию, чистки крови, они поставили его на ноги в наркологии, вытащили его прямо тогда с комы, я помню, говорили, что его доставили именно на скорой помощи, кажется. И он попал к нам и начал проходить психосоциальную реабилитацию. На данный момент этот человек наладил отношения со своей семьей, со своими родственниками. Раньше он был женат, наладил отношения со своей женой, с ребенком, девочкой своей. И дальше сейчас уже перешел у нас на этап ресоциализации и проходит как волонтерское уже обучение помогать также больным. В принципе, ну, кошти там помогали ему родители. А, будь ласка, наскільки групова реабілітація, у вас же в центрі групова реабілітація, дієва у боротьбі з наркозалежністю? Ну, я думаю, що це єдиний спосіб чоловіку вибратися із зависимості. Многі в центрі говорять там, це не для мене. Ну, я говорю, хорошо, ну що для тебе? Ну, и он не может конструктивно ответить на этот вопрос. Ну, какие-то, начинает сочинять какие-то рассказы, что ему надо просто в больнице полежать было, или просто надо было контролировать больше себя. Ну, это уже вторая история, о болезни мы не будем сейчас говорить, потому что это длительная беседа, может быть, другого эфира, что такое болезнь, как она развивается, и что при этом рассказывает себе наркоман, когда он находится на лечении. Но... Скажіть, будь ласка, Ольга, чи можна повністю позбутись наркотиків, чи тяга до них повертається знову? У нас 2 хвилини, я думаю, ми встигнемо поставити тяга крапку. Тяга к наркотикам, вона не проходить ніколи. Ніколи? Ні, ніколи. Ну, це патологічна, хронічна тяга, вона так і називається медицинськи. Патологическая и хроническая. То есть она будет с человеком всю жизнь. Просто со временем человек, мы учим людей с ней бороться и преодолевать ее. Ну, то есть это как желание, ну, что-то сделать, скушать вкусный тортик, который тебе нельзя. Ну, то есть ты хочешь, но ты умеешь с этим совладать. Ну, это если так как банальный пример. И да, она становится меньше со временем, она возникает редко, но она может возникнуть при факторах, которые вызывают ее. Это, например, разговоры о наркотиках, или же предметы, которые дают тебе это воспоминание, там, шприцы или еще какие-то тары, в которых это все изготавливается, или там фильм, где там колется. Ну, то есть вот какие-то картинки, или запахи, или какие-то ощущения, или разговоры, они приводят к тяге. Ну, именно поэтому у нас мы рекомендуем не общаться, не смотреть и не брать. Для того, чтобы эта тяга просто не приходила. Ну, и тогда она будет приходить меньше, и человеку будет легче с ней бороться. І якщо можна коротко, чи ведете ви таку статистику, скількох людей вам вдалося врятувати? Ну, ведеться така статистика, я можу сказати, за прошлий год. В этом году мы еще не подводили итоги, потому что он еще не закончился. В прошлом эфире мы с вами об этом говорили, кстати, на тему статистики.
Там около 300 человек к нам обратилось за прошлый год. И 25% из них прошли реабилитацию и полностью курс. И, соответственно, чем дольше человек находится в реабилитации, тем больше проценты вероятности, что он останется трезвым. И вот те, кто прошел полностью курс, те, о ком мы знаем, это приблизительно около 10%. Ну що ж, спасибі, що ви були з нами сьогодні ввечері. І часу більше немає. Це була тема дня. На все добре.